Привет, друзья! В этом видео я хочу вам показать, как прошить устройство Hisense заводской TF-прошивкой, оригинальной прошивкой, которая распространяется самой компанией Hisense. Я буду делать это на примере Hisense A6L, но это делается одинаково на всех моделях Hisense, и неважно, какая у вас модель сейчас в руках, главное, чтобы у вас была прошивка именно на вашу модель. Где можно взять прошивку? Они доступны на сайте китайском fans.hisense.com. Скачать их оттуда непросто, потому что нужна регистрация через китайский номер, но если вы покупаете устройство, например, в магазине Chosen Euridia Store, то вы можете попросить прошивку, он вам даст. Под этим видео я размещаю ссылку на прошивку для устройства именно Hisense A6L, которое сейчас у меня в руках. Итак, что вы должны сделать в первую очередь? В первую очередь вы должны отформатировать вашу карту памяти в формате FAT32. Это обязательное условие. Второе. Zip-файл вашей прошивки, вот как он называется для A6L, вы разархивируете в корень этой самой карты памяти. У вас должна образоваться папочка, вот такая вот, HLTE730TTF, содержащая в данном случае два бинарника. Это сами файлы прошивки. То, что на карте памяти содержится что-то еще, кроме вот этой папки, это не имеет значения, все равно прошивка состоится. Так, далее мы вынимаем карту из компьютера и вставляем карту памяти в сам телефон. Ну, вопрос, для чего нужна, может быть, вот такая вот прошивка? Чем она лучше простого сброса на заводские настройки? Ответ здесь такой. Эта прошивка позволяет восстановить полностью заводскую оригинальную прошивку. Если, например, у вас стоял кастом или рут, как у меня, прошивка была изменена, загрузчик был открыт. Сейчас я полностью провожу телефон в состояние того, какой он был из коробки, то есть полностью заводское состояние. Когда мы вставили карту памяти в аппарат, мы делаем следующее. Зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку громкости вниз и удерживаем кнопку питания одновременно. Так, забыл сказать, что телефон должен быть выключен обязательно. И вот у нас началась прошивка. Видите, проценты пошли. Хочу еще раз повторить, что эти bin-файлы – это абсолютно оригинальная заводская прошивка, которая распространяется самой компанией Hisense. Эта прошивка обновляется по воздуху, и, например, если вы криво обновили телефон, что-то пошло не так, можно всегда вернуться на более старую версию при помощи вот этой прошивки. Ну вот и все. Вся прошивка заняла чуть меньше 6 минут. Далее телефон включается и происходит первая загрузка. Первая загрузка занимает ощутимое такое продолжительное время. Так, сама прошивка заняла что-то около 7 минут, плюс первая загрузка заняла несколько минут. И вот у нас абсолютно чистая прошивка. Выбираем язык, переходим в первоначальные настройки. Вот она, абсолютно чистая заводская прошивочка. Телефон новый, как из коробки. О том, как поставить MoluKale 2 и русифицировать аппарат, я, наверное, расскажу в следующий раз. Возможно, еще отдельное видео сниму о том, как можно поставить Google на Hisense A6L. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч!